Так. Посредственное, но в целом неплохо. Себя я отметил, что в этой игре, если ты не имеешь на тяжелом танке ДПМа, то ты проигрываешь. В некоторых ситуациях начинается.
Скорость — это как раз то, что нам надо. Yeah.
Это хорошо. Хорошо, все. Хорошо, когда все хорошо. Так. Я в топе. Скоро шестерочка.
Шестерочки, классецки, КВ-2, это опасные ребятки для меня. Если классецки еще куда не шло, с ним как-то можно справиться, то КВ-2. Для КВ-2 я сладкий пирог. Начинается.
остальные. Так, ага, в топе встречка Юкон. Это хорошо. Бой начинается. Поехали.
Готов.
у нас еще пол команды. Все будет тут. И вот что мне нравится в этой игре, это то, что здесь, по сути, да, жопа иногда горит от союзников, от их действий. Но, по крайней мере, здесь, скажем так, не такие. Бой начинается.
всего 2700. Так вот как-то так. Изначально поехал один тяж, там застрял на середине поля, блядь. Такое, короче. Так, Черчилль, вы как, блядь. Поехали. Thank you.
Пробил. Кстати, открытые уже, потому что они, я так понимаю, стоят на черте. А, на топе получается топовый ствол.
бить выше по альфе, но на 11, наверное, меньше. КД и КД дольше. По прогету, что у нас тут? Тоже 3 снаряда, хотя больших танков 4, но там 360-350. 53, понимаю. В принципе, это вариант. Как вариант. Я люблю итальянцев больше там. Потому что долг у меня как бы есть. Еще один, так сказать, небольшой минус того, что я не могу открыть танк, из-за того, что здесь такая система, что пока ты не исследовал предыдущие модули, ты тупо не можешь взять. Это, ну, скажем так, не перезагрузка серверов. Если я, так сказать, правильно понимаю. Ну что ж, ладно. Окей. Пушка тут, конечно, стоковая. Очень не очень, скажем так. Прям вот очень совсем не очень. Вот. Но выбора нет. Это уже, ребятки, вы увидите в следующем видосе. Поэтому, если кому зайдет, если даже кто захочет поиграть со мной в эту прекрасную игру, она сама есть в Steam. Можете ее бесплатно скачать. Она не покупается, но она бесплатная. Ссылочку я на нее... Ссылочку, в принципе, на ничем не оставляю. Качаете Steam, делаете аккаунт, пишите, заходите, пишите в играх World of Tanks Blitz и спокойно ее принимаете. Если что, то милости прошу нашему шалашу, так сказать, покатаем, посмотрим и просто отдохнем. С вами был Франкенштейн. Так что всем пока.